Тайсон, как дела? Тебе реально интересно? Да, тогда нормально. Интересно, слушай, у тебя сейчас бой будет. Расскажи, чё, как идет у тебя подготовка? Как тренировки проходят? Чем занимаешься? Давай, говори. Как обычно, готов вырубить. С моими длинными руками, как у шимпанзе, он даже не подойдет ко мне. Я жахну его, как тёлку, вчера в туалете в клубе, вот так. Специально, без вазелина. А чё насчет подготовки? Я поменял диету, пью казахский кумыс. 3 литра до тренировки и 3 литра айрана после. С утра заедаю казан плова, а на обед целого жеребца. А чё скажешь насчет плана на бой? И что скажешь насчет соперника? Как он для тебя, опасен или нет? Дай договорить-то. На обед я хаваю целого жеребца, а на ужин бишбармак закидываю. А перед сном смотрю мультики по СТС, ем кузю лакомку, 2-3 большие пачки залетают на ура. План на бой прост. Выйти и отбоксировать все раунды. Уайт неплохо двигается, но уже пробитый. Так что это будут легкие деньги для меня. Кто хочет поставить на меня, переходите в телеграм-канал Слово ММА. Ссылку в описании оставь. Там ребята делают четкие разборы, так что переходите. В общем, не болейте. Всем пока.